структура, он призывает задуматься о том, что вот все вот это золотишко, вещи, там, не знаю, сумочка, шубки, не знаю, машины, дома и так далее, вся эта роскошь, это то, что мы с собой никуда не возьмем, что надо заботиться прежде всего о своей душе, вот какое-то такое сложное. Борис Николаевич Клочков, он преподает в университете, который рядом, Уральский государственный архитектурно-художественный университет. Интерьера за вот портрет незнакомца на Нострадамусе за ярко. Thank you.
Thank you.